7 лет. Анна, вы видите, ребята, как играет с симфоническим оркестром? Вам понравилось? Скажите, вы хотели бы сыграть с симфоническим оркестром? Поэтому вы учитесь в музыкальной школе, познавайте эту прекрасную профессию. И вообще мы хотели вам показать, как это здорово быть музыкантом. Верочка, спасибо тебе. Скажи, ты чувствуешь себя звездой? Третий концерт все-таки уже. Браво! Эльвира Венева! Черноморский симфонический оркестр, дирижер Константин Мережкин. Спасибо тебе, дорогая. Удачи тебе и нам новых встреч. Умничка.